Такого ивановский зритель еще точно не видел. В Центре современного искусства «Авангард» проходят финальные репетиции аудиовизуальной постановки «Вещь». Идея создать что-то поистине необычное у команды «Вещи» возникла полгода назад. Изначально проект задумывался как музыкальный, но в процессе добавились элементы хореографии и художественного слова. Они увидят театральные этюды, то есть взаимодействие актеров, диалоги, монологи. Они увидят концерт, потому что музыкальная часть достаточно сильная. Они увидят пластический театр, то есть хореографию в большом количестве и также много видеоарта. Вот, то есть мы это все собрали воедино и как бы хотим сделать из этого такую массированную, в общем, атаку на все органы чувств человека. Объяснить словами, что на самом деле представляет собой вещь, довольно сложно. Это шоу с элементами иммерсивного театра, когда грань между актером и зрителем намеренно стирается. Гости становятся неотъемлемой частью действия. Если мы говорим про форму, то мы договорились, что это спектакль, но для меня это, знаете, событийность. Событийность актеров, людей, которые находятся на сцене, и событийность людей, которые находятся в зале. Это своего рода разрыв шаблонов, уничтожение зеркала сцены, уничтожение разрыва между тем и тем. Это именно сотворчество, событийность. Впрочем, в постановке есть и весьма понятная сюжетная линия. Почтальон должен доставить посылку. Что находится внутри, неизвестно. Неопределенная, но в то же время вполне конкретная вещь таится в картонной коробке. Возможно, ее там и нет. Преодоление преград. Осознание пути. Непреклонность. Каждый человек рождается, чтобы обрести свой жизненный путь. Например, я, почтальон Гром, да, Homo sapiens, созданный по образу и подобию Божьему. Я иду сейчас по этому ночному полю в место, куда нужно доставить посылку. В руках у меня самая главная вещь, важнейшая. И в том, чтобы доставить ее, и есть мой жизненный путь. Это и есть мой путь здесь и теперь. Авторы намеренно задают вопросы, но не дают ответов, чтобы зритель самостоятельно смог поразмышлять над вещью, как философским понятием. Сильное впечатление на гостей должны произвести и хореографические эксперименты вкупе с авангардным музыкальным сопровождением. В театре, специфика театра в том, что все действия должны быть немного, как сказать, преувеличены, чтобы это было видно и зрителям издалека, и в театре очень много экспрессии. И это мне определенно нравится относительно всей этой деятельности. Вот. Ну, театр, он весь про эмоции. Билеты на «Вещь» можно приобрести в официальной группе ВКонтакте, но также их можно получить бесплатно. Во время прямого эфира «Дня города», который начнется в 12:00 на нашем телеканале, мы разыграем 10 пригласительных на спектакль, концерт, перформанс, который пройдет 25 мая в 18:00 в центре «Авангард». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.